Всем привет, с вами Прием. Сегодня будем вскрывать легендарочку на мага. Она упала мне, играя на варе. Такие предметы для классов различных падают только тем персонажам, у которых собраны все легендарки. А вар как раз таки подходит у меня под это описание. Что качать тут вообще? Ай, без разницы, все равно я вскрою легендарку и не собираюсь далее играть за этого мага. Хотя, всякое может быть. Ну что ж, начинаем. Вскрываю на фроста, конечно же, и падает, а придас. Похоже, внутренний прок этих легендарок настроен на придас Сефу Скилджиден. Вероятность того, чтобы упало что-то другое, крайне мала. На самом деле, чуточку с этого даже как-то печально. Я хотел пролутать колечко на героизм или что-то типа такого. Что-то классненькое для своего персонажика. Ну ладно. Буду радоваться придазу, который, насколько там интересно, щитанет меня. На 210 где-то тысяч или 220. Что-то типа такого. Получается мой маговский на 98 тысяч щиток. А придаз? 192. А, там 25% считывает, а я что-то под 30 рассчитывал. Ну, окей, хорошо, ладно. Спасибо. Всех вам благ, счастья, здоровья. В ближайшее время докачаю шамана, и будет целых 2 вскрытия легендарочек, потому что за все время игры, опять же, как раз-таки конкретно для вара, мне успело продропаться 2 кулака огромного элементаля. Это шамановские легендарочки. Шаман в текущий момент 91 уровня. Между прочим, мне очень сильно повезло в том, что я рейдил в актуальный осадяр Гримара, и у меня есть такие классные пушечки. Одноручная дробящая, щиток, и на каждом по 2 сокета, которые работают в полную силу, что самое главное. И меня это очень сильно радует. Тринкет топовый. Тоже кайфовый. Ладно. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, берегите ноги. Лутайте самые качественные легендарки, какие только возможно пролутать. И не болейте. До скорого.